помнишь, ты у меня был на день рождения? Вспомни, был Алексей Потехин, была его жена, был вот, вот молодой человек. Подойди сюда, иди. Это, наверное, была одна из лучших вечеринок. Спасибо тебе за это. Скажи, как ты себя чувствуешь? Я великолепно, артист, много красивых девушек. Я отлично себя чувствую, как могут чувствовать райские птицы. С праздником у тебя, Горько. Дорогой Филимонов, я хочу тебя поздравить и красоту пожелать. Прекрасно, все хорошо. Смотри, какие девочки. Как бы... Поздравь его. Давай. Это замечательная мисс Лас-Вегас. Да, я выиграла конкурс в 2009 году, мисс Фэшн Лас-Вегас. Вот, она поздравляет меня с днем рождения, мне очень приятно. И, собственно, она решила сделать сюрприз, и я принимаю этот сюрприз. Меня зовут Расина. Расина, и я сегодня очень рада была поздравить Сергея Филимонова, своего продюсера, с днем рождения. Я хочу ему пожелать самого-самого-самого наилучшего. А самое главное, чтобы все его запланированные планы, цели совпали с его возможностями, а также реализацией. В общем-то, мы большие друзья сегодняшнего нашего именинника. Мы с ним очень давно дружим, любим его. Настроение хорошее, тем более, когда друг и давний друг и коллега отмечает свой день рождения. Это всегда замечательно. Поэтому, Сереж, я хочу поднять этот бокал искристого шампанского за тебя. Пожелать тебе крепкого здоровья, радости, успехов. Счастья тебе, мужского, настоящего.